Tomlinson. Thank you.
Евгений Комков, ФК «Олимп». Евгений, сегодня, я так понимаю, первая победа в турнире ваша? Первая. Эмоциональная, сложная такая. За счет чего добились? Характер.
готовы были, исправили ошибки, поработали над ошибками, которые были допущены в прошлых играх. Ну и характер действительно, потому что все ребята фактически из большого футбола. Коллектив по-большому, на большом поле, как бы большой футбол играет уже на протяжении 10 лет. Как бы много говорить не надо, показали, проявили характер. Ну, футбол – это характерная игра, поэтому, наверное, и результат. Тренируетесь в зале? Да, один раз, на Воскресенке есть там зал. Один раз маловато, но есть. Ставите задачи перед командой на этот сезон? Конечно. Мы, футбол – это только команда и игра под задачу. Только быть в призерах. Будет фарт, значит, будем чемпионами. Ну, в этом году фавориты часто теряют очки. Сможете с ними зацепиться? Конечно, однозначно. У нас как бы опыт есть прошлогодний с фаворитами, с холодным яром. Они чудом ушли от поражения, сыграли ничью, но как бы мы там были более интереснее по футболу, скажем так. По красоте футбола и по счету мы выигрывали. Скажите, сколько лет команда в бизнес-лиге? Ой, уже лет, наверное, 7-8. Просто постоянно как бы было название. То из забот, то ТБС, то есть спонсоры. Ну, сейчас как бы решили чисто под своим именем заявиться. Расскажите о команде ФК «Олимп». Футбольный клуб «Олимп» существует уже 12 лет. Как бы я его президент. Изначально было у нас 8 детских возрастов и одна взрослая. Ну, так потихонечку как бы дети выпускались. Набирать новых, к сожалению, не получилось. Ну, вот осталась взрослая команда, которая сейчас в данный момент играет в высшей лиге первенства города. Как бы входит в элиту, в десятку лучших команд города. Опять-таки все мои друзья. В этом сезоне какое место команда заняла? 7-е. Успешное место или вы считаете, что надо было выше очень занимать? Очень тяжелый был чемпионат. Очень тяжелый, потому что фактически 10-е место от 5-го разделила 6 очков от 5-го. То есть вот получилось 24, 23, 22, 20. Ну и как бы по закону высшей лиги две последних команды выбывают. Но уровень был очень серьезный. Поэтому хотелось, конечно, лучше выступить, но я считаю, качество игры, которое хотелось добиться, мы добились. Ну, 7-е. Остались в элите, я считаю, уже нормально. Скажите, как вы считаете, полезно для команды то, что вот зимой команда принимает конечно участие в бизнес-лиге? Конечно, безусловно. Во-первых, это и организация, и, как мы говорим, играть под свисток, проявление характера. Опять-таки, наши встречи, футбол, спорт, это как бы, ну, это наш наркотик, мы без этого просто не можем. Поэтому не только полезно, это и необходимо, я считаю. Вы как старожилы лиги, вот сейчас 15-й юбилейный сезон. Скажите, за все это время заметно улучшение в качестве обслуживания игр? Конечно, конечно, однозначно. С каждым годом что-то все интереснее и интереснее, лучше. И я скажу и по качеству игры, действительно, как бы, действительно, футбол, как бы, откуда берутся эти все футболисты. Но приятно, что люди приходят, и люди не просто как бы с улицы, а с какими-то там школами, именно футбольные. Приятно прийти и посмотреть, как бы, все мне нравится. Что пожелаете лиге «Ювеляру»? Ой, здоровья самого главное. Мне кажется, что как бы здоровье. Ну, играйте в футбол и как бы, я не знаю. Всего хорошего. Вам также успехов достичь поставленных задач и хорошей игры. Спасибо большое. Спасибо.